Не укусит он меня, блин? Не знаю. Взгляд такой опасный. Не дается привязаться. Ванюк его взял на руки. Тащил. Вань, вперед к тебе на руки. Все жертвы. Пойдем. Открываете безумцев. Каких? Петушню. Петушню. Как ты ваш конченую. Давай свинь. Свинком. Блюдо сделаем. Я еще фуражку. Горнышко не купил. Вот, пошла. Сейчас еще им насыплю. Ти-т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 и. Дорогие мои, всем-всем здравствуйте. Всех приветствую на своем канале. На канале у Галюни в деревне. Это Тамбовская область, Староверский район. Всем доброго здоровья, мирного нам неба. Так, вчера я ничего не снимала, да и толком ничего не делала. Вот честно сказать. А, сейчас про погоду скажу вам. Погода вчера у нас была. Я утром 29 градусов мороза. Потом, вот я снимала видео, ушла с магазина. Стал немножко теплеть. К вечеру было 13 градусов, но очень холодно было. Волос мне топорщится. Ну, как, наверное, боком одним прям вот сплю я, да? И в одну сторону фигарить. Вот. И это, как ее... А холодно было. А вот сейчас утром вышли убираться. Сейчас 10. Вообще красота на улице. Вот был вот так, да, зима вот такая была. 10, 13. Ну, пусть 15 было бы. Ну, не 25, не 29. Очень холодно. Так, ну я вчера только к вечеру, вечером, конечно, испекла торт. Вы скажете, вот, понедельник, пекла торт. А что я пекла? Сегодня нашей маме, Марье Васильевне, было бы 103 года. Ей сегодня день рождения был бы. Так что, царствие небесное, светлая память. Я спекла тортик. Сегодня попьем чайку мы. Сейчас я вам покажу, какой торт. Вот такой тортик получился. Он называется «Любимый торт». Это торт от моей сестры Любаши. Ну, коржи я пекла, я вам скажу, в духовке. Я стала выпекать на сковороде. Спасибо, я немножко налила. Ничего мне не получилось. Которые коржи пекутся в духовке, надо печь в духовке. Вот. Сейчас мы в разрезе посмотрим. Ой, режется прям вообще хорошо. Крем необычный. Крем из манной каши. Манную кашу варила, добавлял туда масло и сахар. Сейчас я... О, какой прикольный, да? О, какой красивый. Сейчас покушаем. Ой, верх отвалился. Ну, ничего такого поставлю. Сейчас Ваня приедет с Мишей. Миша у нас с костылем стал ходить. По дому даже. На улицу он вообще не выходит. Что это с кострец? Вообще хоть полусогнутый. И вот поехал в медпункт. Я подзвонила медсестре. Она сказала, пусть приезжает. Укол ему поделается. Одна там написала, Марго, что что вы жрете перед камерой, блогеры, что голодные все были. Ну, как она так написала. Не, ну а как не покушать с вами, да? Даже с вами мне очень интересно кушать.
А, в крем? Вот я сейчас скажу, какой крем. 2 стакана молока и 3 столовые ложки манки. Сварила, остудила. Лимон натерла полностью с кожурой на мелкую терку. Масло 300 грамм, наверное, и 1,5 стакана сахара. Вот, это отдельно я смешала. Когда каша остыла, все смешала, взбила и в холодильник поставила. А потом выпекал коржи. Он такой кисленький, приятный очень. Вкусный торт. А почему я сказала это от сестры, от Любаши? Я вам сейчас быстро расскажу, а то скажете, вот она, болтайте, болтайте. Вкусно. Я когда жила у них в городе, девчонкой работала, а жила у брата. И они всегда обижались, что я к ним не заходила, к сестрам. Ну, там 3 сестры были и брат. Ну, там 2 сестры сейчас живут и брат. Вот. Ну, и Любаша у нас была в декрете. Ну, я частенько к ней вот с работы заезжала, и она пекла торты. А я, ну, как бы не вникала, но записывать записывала. И когда вот вышел сюда замуж, приехал в деревню, мне стало скакать тоже. Дети были маленькие, не хватало, чтобы сходить им домой купить сладости. Я пекла торты. Ну, и вот я это варю торт от Любаши. Так что вкусный торт. Так что маме сегодня 103 года. Сейчас зажгу свечку. Сядем, чайку попьем. Зажгла свечку. Светлая память. У нас у дивана вот эта штука отскочила. Сейчас с Ваньком будем ремонтировать. Ну, сейчас прикрутить. Мать, мать, что ты молчал, не говорила? Я, ну, что говорить-то? Может, сам говорю, увидел бы. Ты... Что, держать тебе? Да, вот так. Да, не надо. Ваня прикрутился, наверное. Наверное, повыше. Наоборот, пониже. Пониже? Походу. Миш наш с костылем. На время. Здесь нет. Тут раз одну рульку варила, а сейчас поставлю 2 рульки сварю. Сделаю опять такую же колбасу. 2 штуки в большой кастрюле. Сейчас на 3 часа поставлю. Ну как закипить? 3-4 часа. Сейчас туда лук, морковь добавлю. Лук такой нечищенный. Сейчас покажу.
Я тот раз не могла открутить. Вот эту штуку машинки Ваня он открутил. Чем губкой надо? Ну, наверное. Запах. Чувствую. Артисты, блин. Ага. Все хотят. Глянь, гля, выглядывает. Глянь, как он выглядывает. Он прям сюда это, шею вытягивает прям. Ну, он может залезть сюда. Да нафиг он нужен, ты что? Иди сюда. Давай. А ему... Нет, окно по-другому открой. Он уже выскакивает. Нет, по-другому закрой, а так вот открой. Дай ему что-нибудь. А что ему дать? Вон хлебушку. Сейчас я вот это... А, да хлебушку он не будет делать. Да ладно. Сейчас я ему так помочу. А мы с Ванькой сходили, мусор выкинули. Немножко прогульнулись. Хотели еще немножко побольше пройтись. Но ветер, вроде 8 градусов мороза. Но такой ветер суровый вообще. Прям холодно. Дошли прям... Никак же кашель не проходит. У нас сегодня были газовщики, проверяли. Но у нас все хорошо. А я на трубу навесила эти... Гирлянды повесила. Они сказали, чтобы снять. Ну, теперь все будем разбирать. Вот. Ну, все, друзья. На этом я буду заканчивать свое видео. Небольшое. Кому понравилось, смотрим. Кому не понравилось, не смотрим. Подписываемся. Подписываться. Хотите подписываться, хотите нет. Но смотрим и ставим пальчик вверх. Не забываем. Сама забываю. У некоторых смотрю видео и забываю. Потом возвращаюсь назад, ставлю. Думаю, ну я посмотрела, что же не поставить человеку. Так что, друзья мои, всем нам здоровья, мирного нам неба. Дружка сегодня Ваня не стала отвязывать. А он до того раскалился, вот, носится. Он сегодня привязал его, а он взял и отвязался. Спасибо, опять привязали, а то газовщики, а он кусается. Так, ну все, говорю всем пока-пока, обнимаю вас всех, всех целую. Всем пока-пока.